Постные голубцы с овощами получаются, на мой взгляд, такими же вкусными, как с мясом. Особенно подойдут тем, кто периодически придерживается поста или отдает предпочтение вегетарианству. Голубцы – блюдо восточноевропейской кухни, всем знакомое и любимое. Чаще всего голубцы готовят с мясом и рисом. Однако в постном виде они не менее популярны. Начинка из риса, красной чечевицы, лука, грибов и моркови делает блюдо не только полезным, но и сытным. А кисло-сладкий томатный соус придает неповторимый вкус этому блюду. Грибы берите любые. Капуста белокочанная – 1,5 кг. Лук репчатый – 1 штука. Морковь – 2 штуки. Рис – 150 грамм. Чечевица красная – 100 грамм. Подсолнечное масло – 30 мл. Томатная паста – 2 столовые ложки. Опята – 150 грамм. Соль – 1 чайная ложка. Лавровый лист – 1 штука. Сахар – 1 чайная ложка. Количество порций – 6-7. У капусты сделайте 4 глубоких надреза вокруг кочана. Выложите в кастрюлю, налейте воду, доведите до кипения и варите капусту 10-15 минут. После охладите и снимите листья. Репчатый лук и морковь очистите, помойте. Лук мелко нарежьте, а морковь натрите на терке. Выложите в сковороду. Налейте подсолнечное масло и тушите лук с морковью 5-6 минут. Добавьте грибы. Тушите лук с морковью и опятами почти до готовности. Рис и красную чечевицу отварите почти до готовности. Выложите в миску. Добавьте морковь, лук и грибы. Посолите начинку по вкусу и перемешайте. У листа капусты срежьте утолщение у основания и выложите начинку. Сверните конвертом. Голубец готов. Выложите голубцы в кастрюлю с толстым дном. Добавьте томатную пасту. Налейте 300-350 мл воды. Добавьте лавровый лист, соль и сахар. Накройте кастрюлю крышкой и тушите голубцы на небольшом огне 30-35 минут. Постные голубцы с овощами готовы. Подавайте на обед или ужин.